разыгран в позиционном поединке Кулагина. Хотел бросить, но... площадке. И все-таки бросает. Молодец. Здорово. Я думаю, надо больше брать игру на себя вот в данном эпизоде. И, кстати, вот Зоран Никич возвращает. Сломал палец не при голове, но попросил у тренера отличный бросок другого Дмитрия. Происходит на паркете. Алексич поджимает самарские баскетболисты нашу команду. Кулагин из угла. Все не стали перезапускать, все осталось. Нет, запустили, запустили, запустили. Столько много потерь, невынужденных. И итог поражение, первое по мячу. Ну а вот Кулагин сейчас имеет возможность перехватить, с Грином борется. Откидывает этот мяч Анисимов. Такие команды, которые есть в ПБЛ, которые ничем по большому счету не хуже. Нужно в буквальном смысле слова грызть паркет. Бремер атаковал. Вот сейчас как здорово. Раз Кулагин ну вырывает мяч и сам пойдет. Да! Да, отлично! Дмитрий Кулагин отправляется на скамеечку. На скамеечку своей команды. Нам показывают повтор. В трехсекундной зоне, по-моему, такое ощущение, но что... как сквозняк гуляет по площадке, причем иногда в обе стороны, такое можно сказать. Скидочка, ну можно было пораньше отдать Алексичу мяч Кулагину. Еще, но уже хотим совсем завести ну, совсем мяч. Ну получается, получается, бывает. И надо сейчас бросок у этого молодого игрока поставлен, что надо. А вот Ваня Плиснич, что здесь было? Защита. Погулял здесь, подержал мяч. Ну как раз нижегородцы-то имеют право так играть на Кулагина. Кулагин сзади, надо смотреть сейчас. Подкрался там Бремер, не получилось отобрать у наших мяч. Молодцы, держит, держит, держит. Две секунды, надо бросать. Павлич задевает кольцо мяч и добавляет да, Кулагин. Великолепно. Не первые, это уже 4 очка Паунича после этого броска. Является Иван одним из лидеров нашей команды. В среднем набирают они с Дмитрием Кулагиным. Средняя результативность у них по 11.70. Отзащищались. Отметим только не только как нижегородцы посмотрите, атаковали, какая но какая скрытая передача Кулагина, но это все. Это практически было 99% успешного завершения этой атаки. Молодец, Дмитрий. Не пожадничал в данном эпизоде. Скинул мяч Ивану Павловичу. Хотя, Павловичу. У него отличная была позиция. Неплохо для... себе в ногу. Павлович теперь с мячом. Троем летят. Кулагину надо завершать. Да, конечно, великолепно. Сверху. Дмитрий Кулагин. Кто здесь? Подбор. Здорово. Опять здорово отзащищались. И вновь давай, Кулагин. Давай, никого Дмитрий. Здесь нет. Да, великолепно. Да, вот это ну, да. Это уже эстетика. Пошла баскетбольная. Когда уже такие мячи забиваются. Вынужден, уже... просто вынужден Владислав Коновалов брать тайм-аут, поскольку... 25 очков. Смотрим на повтор, да, да, вот, скрытая передача Ивана Паунча, великолепная передача, я вам скажу, в стиле, наверное, Мэджика Джонсона, в то время, когда он играл за Лос-Анджелес Лейкерс, таких было много, ну а это Дмитрий Кулагин уже... Коллектив из Нижнего Новгорода, но наши ребята не должны ни в коем случае расслабляться, потому что знают они, чем это Зака Серп Иван Паунич, он набрал 21 очко. Ну, а у гостей, наверное, стоит отметить превышебр... Нижегородцы. И 12 Ваня Плеснича. Это три самых результативных игрока нашей команды в сегодняшней встрече. Валентин Юрчик здесь. Тяжелая борьба. Кулагин. Ну, давай, Кулагин. Великолепная здорово! Передача. Ну...